Новые футбольные поля и площадки для занятий игровыми видами спорта появятся этим летом на пришкольных стадионах во Владивостоке. Губернатор Приморья Олег Кожемяка и глава города Константин Шестаков осмотрели спортивные объекты. Стадион нам очень нужен, потому что вот это самое главное поле, которое будет построено для наших футболистов. У нас несколько команд футбольных, которые занимают не только первые места в городе, в регионе, даже ездят на Россию. Поэтому вот сейчас им негде заниматься. Они ходят по чужим полям и очень будут счастливы, когда будут на собственное поле. Они его прям ждут. Хорошо. Так, в школе номер 32 скоро откроется обновленный стадион с новым футбольным газоном, беговой дорожкой и баскетбольной площадкой. А в школе номер 74 ведутся работы по обновлению стадиона, где физкультурой и спортом смогут заниматься не только школьники, но и жители близлежащих домов. Олег Кожемяка подчеркнул, что всего во Владивостоке по соответствующей программе будет реконструировано 32 стадиона. На эти цели правительство края направило более 300 миллионов рублей. Подрядчики все замотивированы на то, чтобы завершить это, как говорится, в летний период. И дети к 1 сентября должны увидеть уже новые стадионы. Это была просьба родителей, довольно большая. Вот, поэтому вместе с городом ее решаем поэтапно. Ну, везде заключены конкурсы, везде идут работы. Мы ездим, просто смотрим, как налажена работа, как подрядчики работают, есть ли какие-либо вопросы, вот, с тем, чтобы на месте их порешать. Сергей Чал и Анна Дьякова. Новости на восьмом.